Октябрьск стал победителем конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Эксперты оценивали 198 проектов из 82 регионов страны. Идея с реконструкцией центрального пляжа в Октябрьске была поддержана столичными экспертами. В числе первых с победой конкурсантов поздравила и наша съемочная группа. Пассажиры, прилетевшие в Самару московским рейсом в 1:20 ночи, с удивлением оглядывались на группу встречающих с флагами и воздушными шарами. Делегация из Октябрьска признается, надежды на победу не теряли никогда. Конкурсная комиссия оценила наш проект. Я хочу поблагодарить за то, что мы все-таки приняли для себя решение участвовать в этом конкурсе, и губернатора нашего, потому что он нас вдохновил, он нам придал новых сил именно после приезда 19 апреля. И я думаю, без этого не смогли бы мы победить. Два напряженнейших дня глава Октябрьска доказывала членам комиссии необходимость реализации идеи. А до этого несколько месяцев подготовки совместно с межведомственной комиссией при губернаторе региона. Особое внимание уделялось подготовке документации, потом подача заявки, выход в финал. Проект реконструкции центрального пляжа приходилось защищать в числе почти 200 заявок, и конкурентная борьба на конкурсе развернулась нешуточная. Протяженность береговой линии Октябрьска 27 тысяч метров. В Октябрьске 27 тысяч человек населения, то есть на каждого человека приходится 1 метр береговой линии. И я думаю, что несправедливым было бы, если бы этот город оказался без своей набережной, без своей пляжной территории, благоустроенной. Поэтому я считаю, что это все-таки историческое событие, историческая справедливость. По итогам конкурса Октябрьск получит грант 80 миллионов рублей из федерального бюджета. Помимо гранта от федерального бюджета будут выделены деньги с регионального бюджета. Кроме того, основным условием конкурса было привлечение частных инвестиций в проект. Проект поддержан жителями города, предпринимательским сообществом. Он даст новый толчок для развития города. Сроки создания пляжной инфраструктуры в Октябрьске — 31 декабря 2019 года. Кстати говоря, в числе финалистов оказались еще 3 муниципалитета Самарской области. Города Жигулевск, Кинель и историческое поселение Сызрань, где также планируется строить набережную. Владислав Жирнов, Роман Опарин, Новости губернии.